Телеканал КРТ представляє. Знаєте, я 10 лет назад работал в областной администрации и познакомился с закрытыми отчетами спецслужбы о сценарии развития Украины. Я тогда не мог поверить в то, что я читаю, и думал, какая глупость. Спецслужбы писали 10 лет назад, что через 15 лет на Украине станет около 20-25 миллионов населения. И для этого необходимо, первое, отдать страну во внешнее управление, раз, увеличить тарифы в 10 раз и привести некомпетентных руководителей к управлению государством. На сегодня у нас есть все три составляющие, которые, к сожалению, вылились в то, о чем вы говорите. Идет геноцид украинского народа, надо открыто говорить об этом, это первое. Второе, население не в состоянии защитить себя ни экономически, ни социально. И у нас, наверное, только один выход, потребовать от власти немедленного переформатирования и повернуться лицом к населению. Это и социальные проекты, это и заработная плата, и пенсия. Это о чем мы говорили с Дмитрием и с политологами до того, уничтожения медицины, закрытие тубдиспансеров. Нужно потребовать от власти выполнять свои обязательства, которые она дала на выборы, когда она шла на парламентские выборы, на президентские выборы. Это борьба с коррупцией, это прекращение войны на Донбассе, это увеличение социальных стандартов, это отмена грабительских и необоснованных тарифов на газ, электроэнергию и прочие вещи, которые они обещали. Мы должны с вами потребовать исполнения обязательств, которые брала власть до выборов. Дмитрий пригласил меня не только как эксперта, а как первого чиновника в Украине, который подал исковое заявление в суд об отмене тарифов на газ еще в 2015 году. До сих пор идут судебные тяжбы, к сожалению. 3 марта 2015 года было принято 583-е постановление Национальной комиссии регулирования энергетики, которое в разы увеличило стоимость газа для населения. Позже было принято по электроэнергии аналогичные постановления. По сути дела, мы подошли к тому, о чем я говорил. Это называется тарифный геноцид. Когда безосновательно, не имея никаких экономических оснований, по требованию Международного валютного фонда были увеличены цены на газ и тарифы на электроэнергию. На сегодня возбуждено уголовное дело и расследуется НАБУ в отношении руководителя НКРЕКУ, которые сейчас находятся в розыске, которые принимали эти постановления. Судебные тяжбы идут, но это долго. К сожалению, я могу только посоветовать населению начинать всем вместе защищать свои права. Знаете, когда вот жалуется население на необоснованный тариф. Я вам скажу так, в 2018 году я зарегистрировал на сайте Верховной Рады Украины петицию об отмене тарифов на газ. В 30-миллионном государстве, а я убежден, что у нас, к сожалению, столько осталось, ее подписало 476 человек. Через два дня после регистрации этой петиции я отправился в следственный изолятор без уголовного производства и без вины по команде бывшего главы администрации президента Райнина. И до сих пор как бы пытаюсь защитить свои права уже в других уголовных производствах.